Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги, с вами Мортит. Мы продолжаем управлять вселенной, не привлекая внимания санитаров. То есть проходить Outlast. Поехали. Итак, оказались мы вот в этом чудном месте. Что нам надо? Найдите выход из канализации. Хорошо, найдем. Хрена себе. Пиршество для мух. Хуже запаха и представить себе невозможно. Сотни лет набиты битком в комнату. Сотни тел набиты битком в комнату, кругом тысячи мух. Это и есть тот выход, о котором говорил священник? Да, действительно. 6. Просто жесть. Так. Мейлвард, сюда. Отлично. Хотя, подождите, я же только что убежал вроде от... Доберитесь до нижнего этажа мужского отделения. Хорошо. Попытаемся. Постараемся. Может, даже получится. Ага. Ясно, ясно. Не вопрос. А я тебя видел. Помнишь, ты от меня убегал? Еще за яйца держался. Нет, не ты. Ладно. Чё? Чё? Так, вроде ничего не видно. Полезного тоже нету, да? Батареек нету. Ладно, в жопу их. Неважно. Давай сюда или сюда. Кто-то стучится. Вроде перестал. Ладно, пойдем отсюда. Нафиг нам надо, как бы это не стоит. Ну, в общем, вы поняли, да? Мало ли там, может, Вова тоже вырвется еще. О! Ух, сука! А выход-то не здесь получается, да? Это как получается? Это что, туда надо идти? Здесь, да, не открывается. И что вы хотите сказать? Ха, не знаю. Чувачок, что-то у тебя это... По-моему, ты не прав, брат. Да. Что-то у меня какое-то предчувствие. А кто стучался в дверь, причем так достаточно сильно? А? Кто бы это мог быть? Он здесь, что ли, тоже пролез? Ну, значит, это не Вован, если он здесь пролезть смог. Ага, и наверх залез, да? Или как? Че это за жуки такие? Странная хрень.
Вроде не опарыши. Какие-то трупные жуки, наверное. Ладно. Чё? Здесь кто-то есть. Не уснуть. Ждет меня там. Найдена батарея. Хорошо, я понял. Что-то говорит. Ага. Не уснуть. Верники ждет меня там. Хорошо, пусть ждет. Да, жесть, блин, конечно. Я понял, понял, братан. Ты, главное, не нервничай. Все остальные мелочи. Справимся. Этот тоже немного не получилось у него. Бывает. Отчет об издержках проекта Валиридер. Отчет о состоянии пациента составлено Риком Трагером. Этот пациент также не выжил. Тысяча извинений. Я старался как мог. Но я же доктор, а не чудотворец. Да и доктор из меня тот еще, сказать честно. Ну, так или эдак, кому-то надо срезать жир с этого злополучного Валиридера. Мы теряем деньги с тех самых пор, как все пошло наперекосяк с этим малышом Билли. Но я ухитрился сократить штат на 80 человек, что означает экономию на зарплате сегодня и на всяких страховках и пенсиях завтра. И я тут много чего понял про биологию. Я раньше был не особо уверен, но теперь могу точно сказать, человек не может жить без своих почек. Каждый день что-то новенькое. Живи и учись. Нифига ты вообще экспериментатор. То есть ты заново анатомию на улюлёх изучаешь. Молодец. Слышь, братан? Нет. Он уже не авторитет. Ладно. Ладно, ладно, пацаны, не нервничайте. Блин, а как мне залезть-то? Мне же, наверное, наверх надо. Во! Так. Ладно, ладно, все получится. Все получится. Или нет? Ты чё орёшь, придурок? Нормально себя веди, сука. Мясо хочу, мясо хочу. Ох, сука, так там это, слышишь? Сука, шизики вокруг. Давай, 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 быстрее. Так, хватит. Фига себе жопа-то какая. Я не думал, что я в такую задницу попаду, честно говоря. Ох, сука, они рядом. Нет, пошли в жопу. Давай, живее, живее, Ракутагин, ты же могешь. Валиридер, пошел в жопу. Доктор Верники. Какой Верники? Можно сюда спрятаться, в эти штуки? Нет? Прыгаем. Быстрее. Давай, давай, бежим, бежим, бежим. Валиридер, пошел в жопу. Никакого Валиридера, сука. Нет тут никакого Валиридера. Здесь добрый Ракутагин, и он свалит, поверьте мне. Да, детка! А ты скользкий поганец. Да, сука, я скользкий. Вот так вот я вас поимел, детка. Так. Хорошо, хорошо. Какой я молодец-то. Как я быстро сообразил, чё к чему. Еще одна дверь. Какая дверь, слышишь? Пошли в жопу. Нет. Сука, гады. Ой, мама. Ой, что делать-то? Да, во-во-во, точно. Вот так вот. Отлично, 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 великолепно. Ни хрена подобного, уроды. Тут ведь один из них, быстро, полезай в подъемник. Да-да-да, в подъемник, сука, точно.
Сосал, студеночка! Подъемник для белья, классно! Ты сделал правильный вывод! Ой-ой-ой! Ты же парень от долбанного священника, его свидетель, или как он тебя называет, видать устал. А давай-ка отдохнем, дружище, пропустим по бокалу мартини, потолкуем. А ты тяжелый, тяжелее, чем кажешься. Небольшой разряд тебя не убьет. Ладно, вот так, чтобы руки... Ты чего? Чё за нафиг? Загадка, сука. Обожаю горный воздух по ночам. Не хочешь выбраться наружу, прогуляться? Вперед, я подожду! Давай, можешь бежать, я не тороплю. Нет? Ну ладно. Суровый, как кремень. Мне это нравится, хорошо. Вот сюда. Сука, а? Док, чё за этаж, я не понял. Чё за фигня? Куда ты меня ведёшь? Кто это вообще? Кто он такой? Может, это этот, как его, верники или как? Убей меня, убей! Гавы шизики. О, слышь, я тебя видел! Сыть, тебе это язык все равно не к чему. Ха-ха, он им язык отрезал, слышь, прикольно. Истинно говоришь, мне как раз надоело лизать наклейки. Вот мы и пришли. Спасибо, что заглянул. Сейчас мы приступим. Спасибо, что пришли. Прием начнется через минуточку. Я только вот руки вымою и... Да. Слышь? Вот они, домашнее видео. Хороший повод для разговоров. О, слышь, жопа голая. Давай, давай, убирайся, ну куда я тебя сломал? Знаешь, меня немного волнует, что ты так много времени проводишь с отцом Мартином. Надеюсь, он не одурачил тебя всеми этими библейскими штучками, мол, он праведнее Бога. Не-не-не-не, все нормально, конечно, я не верю в это. Мартин, я не хочу оскорбить, но порой он смахивает на психа. Спокойно, спокойно. Это понятно, люди напуганы, тянутся к Богу, как и к другим путям спасения. Увы, Бог умер с появлением золотого стандарта, теперь мы верим в иное. Хочешь заплатить Питеру? Ограбить поля? Спокойно, спокойно, дружище, не нервничай. Ты что делаешь? А, сука, я хотел стать пианистом! Ты следишь за моей мыслью? Не отвлекайся! Вторую-то руку зачем? Там же тоже пальцы полезные. Что ж ты делаешь, падла? Вот. Так ведь лучше, да? Понял, чего мы добились? Превратили потребителя в средство производства. Это идея сама по себе. Давай, вырывайся, сука, быстрее, давай. Давай, да, детка, я иду. Я делаю. Да, детка, я молодец, я вышел. Пальцы все равно тебе для съемок не так много надо, давай. О, молодец, давай, все выблевай, сука. Это же был обед из Макдональдса, кто платить будет? Тихо. Ну ладно, успокойся. Где наши пальцы? Он, сука, мои пальцы забрал. Слышишь? Пальцы надо обратно пришить. Где пальцы? А пальцев нету, да. Ладно. Кто там? Есть там кто? Подойди. Здорово. Я не пациент, а администратор. Как он? Как Трагер. Но его лечили, он слишком жив. Его сны переполнены кошмарами верники. Лекарство слишком уж подействовало. А, это Трагер, да, зовут его? Они не удержали его под контролем. И ты не сможешь. Никто. Он найдет тебя. И убьет. Он уже идет сюда. Трагер. А, так вас зовут доктор Трагер, да? Ну ладно. Доктор Трагер, пошли вы в жопу, честно говоря. Не-не-не-не-не-не, я не хочу, честно не хочу, правда, правда. Доктор Трагер, пошел-ка ты в сраку.
Не-не-не-не-не-не. Нужен ключ? Какой нахрен ключ? Вы что, шутите, что ли? Мне сейчас жопу на немецкий флаг порвут. Вам какой еще ключ нужен? А, вот оно, сука. Вот он ключ. Вот он мой ключ. Сваливаем, давай. Батарейки хотя бы оставил. Молодец. Бомбуча, сука. Да. Зачем он пальцы мне отрезал? Я понять не могу. Чем ему мои пальцы не понравились? Нахрен пошел. Нет, мы с тобой не друзья. Я не с тобой, с тобой ничего обсуждать. Пошел в жопу. Так, тут же должен быть какой-то путь, сука. Ты не ори, сука, придурок! Спокойно будь, понял? Может, он нас не заметит? В чем я, правда, сомневаюсь. Хочу предложить тебе... Тихо, спокойно, не надо ничего предлагать. Меня здесь нету. Вообще нету. Это не я. Он ушел, да? Знаю, наверное, ушел. О, дверь сломал. А кто платить будет за ремонт, падла? Доктор, как тебя там? Смерть. Че ж ты делаешь вообще? Так, пацаны. А, вот, да? То есть... Указательный палец, кость торчит, что за фигня, я не понял. Мне палец нужен был, сука. Мудак. Как я буду Warface играть без указательного пальца? Молчи, сука, не поднимай, понял, ничего, панику. Лежи спокойно, будешь хорошо себя вести. Я скажу, что здесь жопа, и сюда приедут власти и освободят. А может и нет. Только тронь меня, и я клянусь гребаному Боже, пришью тебя своим разумом. Только рискни, сука. Ну чё, ублюдок долбанный, рискнешь? Давай. Пошел в жопу, не ори. Чё ты поднимаешь панику? Мне нужен всего лишь ключ, пацаны. Противный гад. Все нормально, доктор, не переживай. Нормально все. Все, спокойно. Ты че орешь, сука? Придурок несчастный. Знаете, что напоминает мне? Вот сейчас он ходит с этими ножницами, этот доктор. Когда-то был такой хоррор-игра, квест-хоррор. Назывался Clock Tower. Часовая башня. И я играл в эту игру. Она, кстати, такая, достаточно жутковатая по тем временам была. На первом PlayStation, я до сих пор помню. Не-н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 е
Не, доктор, не сегодня. Ну не хочу, я пошел в жопу. Он противный, сука, лазит за мной везде. Хорошо, хоть не чужой, как в Alien Isolation. Тот вообще везде почти мог достать. Этот нет. Этот туп, сука, как пробка. Так и должно быть. Да. Так, а тут в сортире я уже прятался, по-моему, да? Надо думать, как, сука, выбраться отсюда. Тут получше вроде. Доктор? Я тебе хотел сказать, пошел-ка ты в жопу, доктор. Вот и мой ключ.
Не-не-не. Доктор, это не в счет все. Пошел в сраку. А, не-не-не, наоборот. Доктор. Он, сука, лезет сюда. Ну да, сломаешь-то, и что дальше? Ага. Вон он. Мясник хренов. Все, доктор, счастливо. Сука, такой-то олень. Вообще олень. Самый настоящий. Он мне нравится. По-своему прикольней. Он прикольный тем, что тупит. Это радует. Не только уже мне постоянно тупить. Ох, бля, не туда. Да, но я тупить не перестаю. Как бы это тоже здорово. Док, ты задолбал, честное слово. Лифт сюда. Отлично. Ну давай быстрее. Давай, 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 давай. Ну это же значок лифта, наверное, да? Скорее всего, да. Ага! Не-не-не-не-не. Поехали. Да! Ты чё, сука? Нет! Мочи эту падлу! Нет, 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 нет! Нет! Да! Самба, детка! Да! Вот он, сука. Доктор. Отсосал у меня. Тупая скотина. Получи. А, да, деточка, да? Похоже, у нас получается. Так. Леди и джентльмены, другие подруги, я думаю, что на сегодня хватит. Бомбуча, конечно, полная. Сочненько, как все идет, прямо скажем. Но, блин, у нас получается. Получается. Мы смогли нагнуть этого доктора, вот этого проклятого, и выбраться, выбраться. Мы нашли ключ к лифту и... Блин, а ведь внизу двери открытые. Может, шанс есть свалить реально из этого замечательного заведения. В общем, что я хочу вам сказать. Если вам нравится вместе со мной управлять вселенной, не привлекая внимания санитаров, тупить, бомбить и вообще по-всякому замечательно проводить свое время, то ставьте лайки, чешите яйки, друзья мои, вступайте в нашу армию, нагибайте всех, и мы увидимся с вами в психушке. Да.